Всем привет, моим друзьям! Как я вам обещал, в четверг хотел выложить, да, но не успел. YouTube что-то начал лагать, не успел выложить видос, и видос случайно удалился. Поэтому все сначала, я опять на том же самом месте. Я даже знаю, что делать надо. Нажимаем сюда. Сейчас, я как понял, мы в доме Марка. Ну, нашего друга, который нам позвонил. И сказал то, что мы зашли к нему домой, взяли его документы и принесли ему на работу. Но мы понимаем то, что Марка нет, его убили. Но наш главный герой до сих пор хочет в это верить. Я обосрался. Знатно. Ты чё херло не сказал, что ты? Here and bends in the coop and here pull my card you and also Я нихера не понимаю, поэтому еле перевожу. Он все еще нас просит принести ему документы. И поэтому сказал просто прийти к нему. Почему-то. Ну, типа, на работу. Ну, как вы поняли, у меня мало процентов памяти. Поэтому мы сейчас дойдем до больницы. А потом все. Стоп, а чё мне надо? Чё мне надо сделать? Ниги. Сейчас мы дойдем до больницы, потом закончу видос. Почему? Потому что у меня мало процентов этого памяти. Так я знаю, то что тут вот такая вот проблема. Джик. Найти другой выход. Оп, оп. Это уйди. Оп, оп, я нашел. Ну, здесь я уже не буду заходить, поэтому... Ну, всем пока. После этого я сразу... А, не, я просто склею сейчас видеоролики, по сути. Сейчас. Сейчас.